Права у вас так и не забрали? А зачем? Люди... Так... Эй, ты чё? Всё. Телефон? Да, завтра. Нахер. Забрал, да? Да, видео снимай. Вот чучело, забрала телефон у меня. Сейчас мы в полицию обратимся. И все. Сейчас обратимся в полицию за то, что вы воруете частную собственность. Вы понимаете? Не понимаю. Вы ведете вы себя что? Очень нагло. Вы да. ударили какого? Машину и уехали. Я с ним рассчитался да? уже, вы же не знаете. Так после этого вы телефоны выхватываете? А зачем вы меня снимаете? А что я снимаю? Что? Какое вы имеете а право? А какое право я не имею? А какое вы имеете право? Я свободный. А я не хочу, я это свободный. Ваша проблема, вы можете не хотеть. Вы можете не хотеть, а я хочу хотеть. И буду вас показывать, какой вы наглец. Телефон, я наглец. Как это вы наглец. А я почему? Потому что вы не предоставили удостоверение. Какое? И видео. Какое? Вы говорите, что вы полицейский. Я полицейский? Я похож на полицейского? Вы говорите, что вы полицейский. Я не говорю, что я полицейский. Вы хам. Я подам заявление в полицию на вас за то, что вы воруете, бьете машины, воруете частную собственность. Зачем вы телефон выхватили? Вы можете пояснить? Я у вас телефон не выхватил. Вы рассчитали человеком? Я не выхватываю. О, это же по-моему. Здравствуйте, а где канцелярия? Вот туда, вон, вот туда. Смотрите, туда вот здесь, да? Вообще так светло, красиво. Здравствуйте. А мне заявление, папа, сказать канцелярию. Укажите там, где вас найдет, допустим, письмо заказное. Я написал электронный адрес. Вы знаете, я вот там вот на заявление написал адрес в интернете, где можно это видео полностью, чтобы вам легче было. Там полное видео с видеорегистратора, полное видео водителя смарта, хозяина Шкоды и вашего патруля. То есть все действия записаны, там видео небольшое. Там есть адрес, можете в интернете, я наверняка у вас есть. Mm-hmm. Сможете посмотреть вот здесь вот. Вот. Или же хотите, я могу вам сейчас помочь там. Когда разберетесь, посмотрите, там есть все данные полностью, все произошедшее, все там оформлено. Ну что, прошло 2 недели без малого, мы не получили никакого ответа. Сейчас поинтересуемся, что удалось выяснить сотрудникам полиции. Здравствуйте. Я 1 неделю назад подал заявление по поводу происшествия водителя смарта. Да, я не нарушил контроль. Что вы хотите? Хочу узнать судьбу этого заявления, что удалось выяснить. Номер мне не давайте же. Ну, вы хотели, давайте я вам сказала, я отдала вам еще. Помните? Ну, вы хотели копию мне дать? Нет, хотела вам номер. Ну, хорошо, ну, Куницкий. Куницкий. Дата подачи заявления. Ну, около 2 недель назад. Да. Угу. Помните, вы не взяли номер заявления? Вы с ДКУ или с ИЦ ДКУ? Я не оттуда, не оттуда абсолютно. Вполне. А что такое ИЦ ДКУ? Понятия не имею. Вы отдельное государство? Я гражданское лицо, абсолютно не имею никакого отношения ни к одной из организаций. Сроки вообще-то. Сроки. Згідно закону України про звернення громадян, сроки від 15 до 30 днів. От 15 днів, якщо не потребує додаткового вивчення, 30 днів, якщо потребує. Ваша заява потребує додаткового вивчення. А хто її розглядає? Сектор дізнання та розшуку. Ну, якщо його руководитель, як зовуть, хотів би пообщатися з ним. Его руководитель ведет прием по пятницам с 2 до 4. Ну, имя можно узнать, как его зовут? Дмитрий Анатольевич. Фамилия? Алдоша. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Свободы.
Ну, говори. Сейчас повисит. Вы алло. Хотите попасть к начальнику дознания? Да. Ну, у него не приемы. К заму. Как ваша фамилия? Еще? Куницкий. Куницкий. К заму. Какого заму? Его заму, его же нету. Алдошин на месте? Ну, кто на месте есть? Нам. Вам же объяснили ситуацию? Но нам только что сказали, что ну, есть. Да. Ответа, прошу. Ну, я могу его попасть к нему на прием или нет? Не к нему, к его заму. Алдошина есть в пятницу. Ну, к его заму. Кто сегодня принимает? Сейчас есть кто-нибудь, кто принимает сегодня? Хорошо, я девушка, спасибо, я вас выслушал, я разберусь, спасибо большое. Ну я же пришел, я выяснил, если выберу. Можно. Подожди, я вам да писала, я звонил, он сказал, что... Если вы ответственны, вы должны знать о том, что по доступу к публичной информации... Через 5 дней вы должны были мне ответить. Если нет, тогда в течение 15 дней. Подождите, уважаемый, у вас было заявление о гражданине. Я хотел получить... Нет, заявление я писал патрульным на месте происшествия, не вам. Вам я не писал заявление. Какой доступ к публичной информации? Простой. Я говорю о том... А, ну давай. У вас есть звернення громадянина. Абсолютно верно. Згідно закону України, да. Я вам вже пояснила. Я вона написав заявлення. Як вас зовут? До 30 днів. Анастасія. Анастасія, я вам ще раз повторяю. Я писав запрос о том, що я хочу узнати, какие меры были приняты к водителю. Это вопрос, это заявление о получении информации публичной, вы которая рассматривается. Доступ до публичной информации? Вам показать ваше заявление? Где там ссылка? Давайте, на ну, давайте начнем с того, что вы не будете так разговаривать со мной. А. Я то, что я писал, я прекрасно знаю. У меня к вам вопросов нет. Спасибо большое. Вы свою работу выполнили. Я хочу попасть к руководству. Вот и все. Какое вы имеете к этому отношение? Попередний запис. Потому что я веду попередний запис до керівництва. Хорошо, к руководителю, который принимает в пятницу, я не хочу попасть. Есть тот, кто принимает сегодня. Я задам вопрос им, вот и все. У меня есть, помимо этого, еще другие вопросы. Вы какое к этому имеете отношение, не могу понять. Я начальник канцелярии. А, это вы начальник, так себя ведете? Как? Ну как себя ведете? Я веду запись на прием. Вы мне сделали одолжение, что вы мне ответили сегодня или что, не могу понять. Сегодня хотите попасть? Конечно, ну, сегодня я час ведет ожидаю. Прием заступник начальника, начальник мониторингу та аналитичного забезпечения Григорьев. Давайте к нему пойдем. С 3 до 5. Хорошо, кто сейчас принимает? Нету никого? Все, есть график приема. Затверженный дорученням управления патрульной полиции. Так, подождите, ну мы до этого, мы же час ждем уже, мы же до этого пришли, уточнили, вы, позвонили, наверное, сказали, вы да, приема. Вы первый раз куда? В дознание хотели пропасть. Хорошо, да? Он приехал вам же хоть человек? Вам все объяснили, у начальника дознания, у него прием в пятницу. Я понимаю, сегодня позвонили, ему сказал, хорошо, ожидайте, в течение часа вы, я приеду. Едет дознаватель, к вам подошли, ну, как бы дознаватель, который кто является, он на сутках, с которым разговаривали. Кто должен был приехать в течение часа? Вы меня не слышите. Нет, вы меня не слышите. Я полтора часа нахожусь в полиции для того, чтобы пообщаться с ним. Я могу пообщаться с ним? Дознаватель. Да. Звычайный дознаватель, который находится на суточном дежурстве. Я понимаю, он сказал, приедет через час. Мы час подождали. Значит, еще одно ДТП. Он поехал на следующее. Еще час подождать? Вы хотите попасть на прием? В 3 часа? Хочу приехать. Прием заступника начальника. Человек должен приехать через час. Ну, вам как же сказали, находится вы... дознаватель. Слушайте, давайте так, я вам задам вопрос напрямую. Либо да, вы пойдете на встречу, и мы не будем 3 часа здесь мариноваться. И вы нам кого-нибудь адекватного позовете, кто нас может объяснить, почему человек уехал с места ДТП и до сих пор не приняты меры, хотя заявление было написано неоднократно, что я хожу как бы на работу сюда. Я не повышаю голос, я хочу, чтобы вы меня услышали. Вы меня услышали. Я понимаю, поэтому я как от государственной организации требую от вас выполнения закона. Вы, пожалуйста, вы должны быть в этом заинтересованы. Если вы не понимаете, понимаете, я вам с самого начала объясню. Так, я стал свидетелем ДТП. Я не кричу, я вам просто громко, чтобы вы услышали. Девушка, мне не надо объяснять. Я вам объясняю. Закон. Вы нарушили закон тем, какой? Что вы до сих пор не приняли меры к нарушителю. Хотя я написал заявление. Он ездит по дорогам нашего города и царапает машины. А вы мне сейчас стоите и говорите, что вы не нарушили никакого закона. Я полиции написал заявление на месте. Я ее вызвал. Она приехала, зафиксировала. Так, я прихожу через неделю узнать, как там идут дела. Оказывается, нет никакой информации о ДТП. Никто его не фиксировал. Как так? И вы сейчас стоите мне, и мы ничего не нарушили. Кто нарушил? Кто может ответить на этот вопрос? Мы вас послушали, да? Вы сказали? Ну, все, я поняла суть. Если вы писали заявление в полицию, да, вы написали. Я написал заявление ДТП, на месте. Сообщение, на месте, да? О ДТП было. Значит, фиксация этого сообщения, смотря в каком районе это происходило, происходит в районном отделе полиции. То есть это Александровский.
На крытом, значит, это в Вознесеновске, видел полиции. Вот все материалы по ДТП и вообще регистрацию и фиксацию, это вы можете найти именно в цьому відділку поліції. Якщо ви звернулися з заявою, що ви хочете узнати там за матеріал, не за матеріалом, там щось скрився, не скрився, пояснити, тобто згідно там закону про публічну інформацію або згідно звернення громадян, то є різниця. Якщо ви згідно публічної інформації ви зверталися, то це є одні терміни. Якщо ви зверталися згідно звернення закону про звернення громадян, то там другий термін. Терміни згідно цього закону ще не пройшли відповідь. Так я хотів почути просто публічну інформацію о тому, які міри були прийняті до цього водителю. У вас є копія звернення? У них є оригінал. У вас є? Ну, у них, зачем у вас є оригінал? Я вам об'ясняю, це було звернення громадянина. Це не ви його так трактували? Ну, от що, його так трактували? Закон України про доступ до публічної інформації. Ви сейчас, я писав заявлення, ви говорите, що це було. Ви його трактували? Хто трактував його так? Згідно закону України про доступ до публічної інформації та згідно закону України про звернення громадянина, воно реєструється 5-15 днів. 5-15 днів. 5 днів ви мені перезваните, говорите, да? 15 днів ви должны дать мне ответ. Термін 5. Публічної інформації. Там є звернення громадянина. Це хто так сказав? Це же я писав заявлення. Це закон України. Ви що, не чуєте? Я не чую. Я вас не розумію. Я вам пытаюсь пояснити, що мені всі не розумієте, тоді чим я вам ви писали, я представник якоїсь організації. Я вас не прошу, ви ошибаєтесь. Я ще раз говорю, от вас мені інформація не нужна. Я вас услышала, спасибо большое. Я хочу попасть к руководителю, который за это отвечает, задать ему вопросы, все, что я хочу. К чему мы ведем диалог, я не могу понять. Я поняла. Вы смотрите, так как я не зря спросила, вы сейчас вот опять завелись, да? Я завелся, потому что вы делаете, вы, я третий раз прихожу, третий раз к вам, и мне рассказываете мне сказки какие-то. Да? Вот вы же спросили, вы задали конкретный вопрос, я пытаюсь вам ответить на всю ситуацию. Смотрите, у вас, я вот спросила не зря, есть ли у вас копия для того, чтобы хотя бы было можно... Да, у вас есть оригинал. Ну, у меня нет. Это она может прям принести вам сейчас. Не она. Это канцелярия, давайте не будем, я же на вас не говорю. Я не знаю, как зовут, но девушка, это она может хорошо принести? Что? У нее ее нет, она зарегистрировала человека. Да она мне сегодня предлагала показать его. Ну, не будем тогда, я не буду. Смотрите, почему я спросила, вы обращались как лицо организации. Какая организация? Я частный человек. Как частное лицо, значит, згідно с законом. Да. То есть вы звернулися, вы же не сослались на статьи, когда вы оформляли свой запрос, на статьи, что вы попробовали публичную информацию. Послушайте, вы смотрите. Я вам просто пытаюсь объяснить, почему вам это трактуют. Это я вам пытаюсь объяснить. Нет. Когда я пришел сюда, пришел ваш руководитель и мне сказал, что в чем проблема. Я ему объяснил всю ситуацию, сказал, не вопрос, мы вам все предоставим, напишите о том, что вы какую информацию вы хотите вы получить. Я пришел, и вы мне рассказываете, что я как-то не там не сослал. Как мне сказали, так я и написал. Вы изложили в произвольной форме. Мне сказали, я пытаюсь объяснить, почему человек трактует. Сказали, в течение двух недель. То есть, понимаете, мне есть сказал руководитель, закона, в течение двух недель получить ответ. Сколько времени? Прошло сегодня 14 день. Я могу получить этот ответ или нет? Я всего-навсего хочу понять. Данного человека хотя бы разыскивают или не разыскивают? Какие-то меры были приняты или не приняты? Тогда вы смотрите, так. Вот вы смотрите, давайте я так. Поняла, нет, я вы поняла. Не поняли. Вы не поняли. Смотрите, я вам объясню. Я вам объясню, в чем история. История очень простая. Человек идет по улице, видит нарушение закона, сообщает об этом в полицию, пытается довести все до логического конца. Что мы видим? Мы видим препятствия полиции. Я прихожу к вам и пытаюсь вам объяснить, ребята, нет ничего страшного, это не криминал, никого не убили. Я просто всего-навсего хочу, чтобы вышел адекватный начальник и сказал, да, мы установили личность этого человека, да, действительно, да, он скрылся, да, мы его нашли, да, мы его не нашли. Все. Что он мне сейчас нервы трепете? Я стою полтора часа для того, чтобы... Я иду к вам навстречу, я хочу вам помочь. Я вам дайте кого-то адекватного. Все ушли, все на обеде, все на выезде. Дайте мне кого-то адекватного, кто владеет ситуацией, кто может по базе проверить, да, этот смарт в розыске или да, он не в розыске. Все. Все, что надо сделать. Как вы хотите, чтобы вам люди помогали, если я трачу на это больше, чем полтора месяца, чтобы установить этого человека, нашли или не нашли? Полтора месяца? Да, полтора месяца прошло с момента ДТП. Ну вот информацию полтора по ДТП, месяца прошло. Сказала, где полтора месяца узнать. С момента ДТП вы прошло. С момента ДТП информацию по ДТП по материалу вы можете узнать в РДЖ. Да зачем? Чего у меня? Я не хочу. Я пришел к вам сюда. Вот, я здесь написал. А здесь вы 14 дней выпадали, правильно? Вот да. Вы говорите, что 14. Так, дней. Я приходил сюда. Это же просто проверить. У вас же база единая. Да, человек в розыске, да, человек не в розыске. Автомобиль в розыске или не в розыске. Все. Но просто так проверить это невозможно. Вы же понимаете. Вы написали. Так я предоставил вот видео. Вам... Не просто так. Я же предоставил информацию, где четко видно, что произошло. Запросу прилагаю? Конечно, я написал вот, запрос сейчас. Ну, вы сейчас, вы понимаете, я не видя ваш запрос, мы пытаемся... Так правильно, да, для того, вы чтобы... Вы сейчас не рассказываете... Как вас зовут, я извиняюсь? Как вас зовут? Лилия Николаевна. Лилия Николаевна, я извиняюсь, я не ну, хочу... Как бы, я сейчас пытаюсь уладить... Я не хочу всей полиции это объяснять. Не дайте надо, мне одного вот человека, я кто может, готов помочь, готов помочь. Теперь объясните. Я пришел к девушке, девушка не заинтересована в помощи, она мне начинает рассказывать термины, законы, я не против.
Я хочу всего-навсего понять. Данный человек живет у меня через две улицы, ездит. Он завтра кого-то собьет. Я это видео приложу и скажу. Я к вам хожу полтора месяца. Хочу человека наказать. Вы мне рассказываете сказки. Давайте вместе ждать, пока он кого-то собьет. Дайте адекватного одного человека, кто мне скажет, да, он в розыске, да, мы его ищем или нет, не ищем. Что с ним происходит? Человек сделал ДТП и уехал. Все. Все зафиксировано, есть его лицо, запись видеорегистратора, все данные, есть заявление. Что еще вам нужно? Кулик? Мне лично. Кому? Дайте мне тому, кто в этом заинтересован. Писали материалы на отдел дознания. Можно кого-нибудь с этого отдела увидеть? Кто-нибудь, кто может помочь? Ну как еще объяснить? Помочь вам сможет только начальник дознания, на которого расписали, либо непосредственно лицо, на которое ним расписан материал. Дайте кого-нибудь, пожалуйста, с отдела дознания. Кого-нибудь вам не получится. Вот с кем-нибудь вы поговорите ровно вот так же, как вы поговорили со мной. Дайте кто... Хорошо. Вы же хотите получить... Начальника данного... Ну никто не может помочь. Дайте кто... Начальник на месте, можно к нему пойти? Можно к начальнику пойти? Замначальник, кто принимает сегодня? Сегодня с 3 часов принимает, я вам уже сказала, заступник начальника управления. С 15:00. Хорошо, запишите нас, пожалуйста. Все хорошо, я вас запишу. На 3 часа мы можем к нему попасть? Да, конечно. Мы ожидаем. Подождать, да? Да, смотрите, у меня ситуация простая. Я просто не понимаю, почему мне пришлось вам сюда шить, потому что, ну, странно. Я около 1.5 месяца назад, это было как раз на перед Пасхой, пару дней, стал свидетелем того, как на открытом рынке... ДТП? Да. Я слышал. Было ДТП. Я вызвал, ну, то есть, получилась такая ситуация. Я проезжал на машине, человек ударил на парковке автомобиль, и начал, я остановился на смарте, да. Да, я видел. Видео видели. О, после этого видео, прошло время уже, ну, я вызвал на место по полицию, там видео есть. Угу. Написал все, что надо, они попросили там данные, видео, я им все предоставил. И все, и забыл уже, если честно. Выложил видео, люди начали писать там, чем все закончилось. Думаю, узнаю. Узнаю и на потом отложил. Тут был День Победы, я иду по улице. Рано утром. И смотрю, едет смарт, едет этот водитель на смарте. Я говорю, о, а как вы ездите, у вас что, не лишили прав? Он вышел, там случилась маленькая перепалка у нас, ну такая, ну ничего особенного. Вот. И после этого я на следующий день приехал сюда узнать, чем же все закончилось, как он ездит. Он скрылся с места ДТП и так свободно, ничего, ни права не забрали, ничего. Приехал сюда, начал узнавать, оказывается, информации вообще никакой нету. То есть, ну, ребята начали проверять, начали там по базам проверять номер смарта, водителя, в розыске, не в розыске, информации никакой нет, нет никакого заявления, которое я писал полиции, ну ничего нет. Они говорят, ну хорошо, пиши запрос, и тебе расскажем все. Я написал запрос, прошло 2 недели, я сегодня прихожу, там сидит девушка какая-то, и эта девушка, ну прям она меня прям, честно, взбудоражила. Просто своим поведением. Я говорю, да, я говорю, я ничего не от вас не хочу, у меня нет никаких к вам претензий вообще. Я хочу знать, что с этим смартом, его ищут или не ищут, может быть, нужна какая-то информация дополнительная, я знаю, где он находится, где он ездит. А такое ощущение, что я пришел, ну, не знаю, тут что-то сверхъестественное сделать. Я просто хочу узнать, что с этим смартом в итоге. Его нашли, привлекли, не привлекли, он там, ну, как. Это же я, получается, вызывал. Ты в управлении? Зайди на второй этаж ко мне. Здравствуйте. Сейчас точно скажу. АТ-АР. Сейчас я точно скажу вам. АР это, наверное. Ну, на, Запорожская. АР, ну, да. Вот, смарт есть. Есть смарт, да? Значит, это этот номер. Ты к этому событию? Да. Ну, я тебе объясняю ситуацию. Люди... Да, объясни, что... Занимается наш... подчиненный инспектор Чуку. Угу. Люди вызваны, люди оповещены. Угу. Мы только ждем, когда появится либо одна, либо вторая сторона, машины осмотрены, опрошен владелец автомобиля. Выяснилось, что автомобиль Smart управлял тест. Вот кто там? Нестерова Анна Александровна? Это владелец. Это владелица. Вот ее муж объяснил, что Кармазин, ЮП, управляет. Управлял, вернее, на тот период времени, который был указан в вашем заявлении, mm-hmm. его тест. Вот сейчас мы ждем, потому что тест где-то в отъезде и должен приехать. Автомобиль данный, он разыскивается? Он установлен, автомобиль. Он, ну, автомобиль есть, человека нету. Человек этот в розыске? Мы человека ищем. Он не то, что в розыске. Мы знаем, где место его жительства. Все, мы просто ждем, когда он явится. Установленные законом сроки, он сам должен прийти? Привлечен. А почему? Что мешает ему самому прийти? Конечно, он может сам прийти.
Ну, а если он не придет, то к нему подъедут. Он тогда уже мы. А сколько времени надо ждать, прежде чем вы будете к нему подъезжать? Мне просто интересно. Ну, я к чему? Вы поймите мое возмущение. Не то, что возмущение, поймите, почему я пришел к вам и полоскаю вот за это ваши нервы. История такая, что данный человек ездит по улице нашего города. Я вижу регулярно его за рулем возле своего дома. Он ездит. Вот, поэтому я хочу знать, когда же он попадет к вам в полицию, когда привлечете к ответственности, чтобы он дальше лихо не натворил. Потому что ведет себя человек неадекватно, он скрывается с места ДТП. Моя вторая с ним встреча была, когда мы с ним общались, он вырвал мой телефон и хотел его забрать, благо я успел его забрать обратно. Поэтому мне важно понять, когда данного человека привлекут к ответственности. То, что вы ждете, пока он к вам придет, слушайте, да к вам никто не придет. Чего ему приходить? Чего? Да потому что он видел это видео, он прекрасно знает, что его ищут. Он все знает. Чего вы взяли, что он придет? Кстати, по поводу видео. Мы уже даже обращались в дорожный контроль, звонили на Киев, выходили через Киев на вас. С просьбой дать это видео. Я написал в заявлении его. Мы по этому адресу. Есть? Давайте посмотрим. Прямо сейчас. Вот сейчас. Я пытался в домашнем интернете найти. Вот, есть, вот, да. Хотите, вот, вот интернет. Мы обращались к нашим айтишникам, почему-то именно этому адресу видео не нашли. Если это есть, мы хотели просто, чтобы... Пожалуйста, давайте прямо сейчас. Мы сейчас, это видео там 4 минуты или 5. Там запись видеорегистратора девушки. Я его, видно лицо человека, я сделал фотографию. Непосредственно, когда он находился за рулем во время удара. Все четко. Если вы думаете, что кто-то бездействует по этому факту... Слушайте, ну прошло полтора месяца. Я вас буду переубеждать в этом моменте. Я могу вас переубеждать. Полтора месяца прошло. Его найти в Запорожье, это же Запорожье, это же не Москва. Найти этого человека, да он ездит. Я говорю, что я его на улицах регулярно встречаю. То есть нет ничего проще. И квадрат, он, пожалуйста, бульвар, он часто бывает. Объявите машину в розыск. У вас через 2 минуты инспектор полиции ее найдет и остановит. Все, у вас же патрулей сейчас, слава богу. Это же не ГАИ. Сейчас ребята на каждом углу. Я могу вам сообщить, когда увижу. Не проблема. Я поэтому к вам прихожу, чтобы понять, на каком вы этапе, какая вам нужна помощь. Давайте, хотите, давайте вместе. Я все содействие готов вам предоставить. Информацию, видео, аудио. Что надо еще? Вот он выезжает. Там это не я списал. Это девушка как раз выезжала на видеорегистраторе. Вот автомобиль. Там будет потом другого качества картинка. Все будет видно. И ребята приехали, все зафиксировали, все взяли, я им написал все, да, оставил информацию, все как бы есть. Если не является нашим местным, ну, понятно. Машину в ориентировку, автомобиль в ВД контроль. Так есть, я же рассчитываю на то, что... Нет, возможно, он страховал. Законопослушный. Ну, на законопослушность здесь должны... надеяться глупо, нет, потому да, что мы видим... Надо вызывать оповестка, если не является, то машину в ориентировку, автомобиль, ГД-контроль. Смотрите, прошло полтора месяца, реально, полтора, с момента ДТП. Я заявил в тот же день, полтора месяца, результатов никаких нет. И мы все в полиции ждем, что кто-то сам придет здесь и будет... Все, я тебя освобождаю, почему мы снимаем патрульный автомобиль из... Никто не придет, полтора месяца никто не приходил, с чего вдруг ему сейчас сюда идти? Ну, надо в кратчайшие сроки. Просто активизируем работу в этом направлении, да и все, в кратчайшие сроки привлечу. Хорошо, когда к вам зайти? На этой неделе мы тоже созванивались, они мы придем сегодня, вот мы придем завтра. Ну так созвонитесь, если они завтра не будут, то хватит, как говорится, демократии. Раз. Давайте, да, ориентировку и... Все будет полагать. Здравствуйте, я вас вызвал, меня зовут Яна. Значит, смотрите, полиции Павловской. Значит, смотрите, какая ситуация. Данный автомобиль с Марк Кирпаком с нарушением ПДД. Вот водитель. Да, это водитель данного транспортного средства. Я инвалид второй группы, сердечный. Я понимаю, но извините меня, пожалуйста, я вам покажу удостоверение. Я еле хочу. Мы поняли, поступила просто жалоба, что вы ДТП совершили с места совершения скорости. Ну, там же все решено. И вот тот человек, который машину я тронул, он звонил в полицию и звонил тому этому блогеру, чтобы он не ко мне больше. А вот я инвалид второй группы. А водительское удостоверение? Водительское удостоверение. Просто я еле хожу. А тут надо купить, кушать что-то, извините. А на стоянке заехать не пробовал? Можно. Вот. И до рынка, в принципе, тоже не будет. Хотите, я вам покажу свет еще? Так.
это я все же купил на машинке. Вы понимаете? Я 70 тысяч лет. Но если бы у меня было лишнее такое, там 6 или 8 там стоит. Ну, это мне килограмм огурцов, по-моему. Извините. Регистрационный документ на транспортное средство имеется у вас? Есть. Пожалуйста. Вы опять снимаете сюда, вы тоже блогер. Нет, так убери с меня, слышишь? В смысле, с вас убрать? Ну, убери это говно. Что вы оскорбляете? Не, ну что он вот это лезет со снега? Я птичек природу снимаю. Ну, какую природу? Да, как? Он имеет вас. Отойдите, просто встал. Я в общественном месте нахожусь, молодой человек. Я сейчас еще заявление напишу за ваше поведение такое. Ну. Уйдите от меня. Да я к вам не подхожу, что вы ко мне пристали, мужчина? Смотрите, что делать! Александр, телефон, верните. Посмотрите, что делает! Посмотрите, что делает этот хапуга, просто! Ах вы ж такое. Можно написать будет заявление, да, за нападение? Ну, я инвалид второй группы. Вы скажите, он снимает, понимаете? Он меня обозвал там. А вы на меня напали. Я на вас не нападал. Смысле, я просто потрогал ваш телефон. Чего? Я вам его отдал. Есть видео. Да что видео? Я не нападал на вас. Ну, а я вас не обзывал. Вы меня обзывали. А вы на меня напали. А что случилось? А кто здесь Александр? Кто этот репортер наш великий? Где он? Александра здесь нету. А, ты репортер, да? Что, в чем проблема? Меня Юрий Павлович. Мне просто интересна ситуация. Где этот Александр? Это ваш товарищ, да? При чем здесь Александр вообще? Ну, более. А при чем здесь Александр? При том, что это человек, кто он такой вообще? Мне интересно. В смысле, кто он такой? Он репортер. Послушайте, вы подошли ко мне, при чем здесь вообще? Нет, мне интересна ситуация вообще. Что, почему его человека 71 год, его достают, его преследуют? Послушайте. На сегодняшний день. В данный момент он стоит с правонарушением, дорожную руку правил. По знакам 5. Вас как зовут? Я не спорю, вот этот человек. Послушайте, вас. Сейчас, на сегодняшний день. Отвечайте за себя. Нет, мне интересно, я здесь лично дождусь. Вас зовут как? Меня Юрий Павлович зовут. Вас Юрий зовут. Меня зовут Ян. Смотрите, какая ситуация. Я ехал, я увидел правонарушение автомобиля. Я вызвал наряд полиции. Говорю, так и так. Говорю, данный автомобиль полтора месяца назад скрылся с места ДТП. Не скрылся, вопрос решен. Послушайте, есть закон. Да. То, что он договорился с потерпевшим, это еще не освобождает его от факта того, что он скрылся с места ДТП. Подождите. Послушайте, мы рассматриваем с точки закона. Давайте ругаться с вами. Нет, это я не с точки закона. Я на сегодняшний день объясняю другую ситуацию. Во-первых, ДТП зафиксировано на видео. Видеорегистрация на сегодняшний день не является доказательством в суде. Это раз. Вторая ситуация. ДТП как такового не было. Было касательное на транспортном средстве. Это ДТП. На транспортном средстве пострадавшего нет никакого следа. На сегодняшний день он сказал, что я никаких претензий, потому что в моей машине ничего нет. Вообще ничего нет. Там касание. Послушайте. Касание — это не ДТП. А что это? Он отказался, он не писал ни заявлений, ничего. Какие могут быть ДТП, если нет заявления? Послушайте. Есть заявление, нет ДТП? Есть заявление. Было написано. ДТП вообще является, если есть материальный ущерб, либо... Его не существует. Послушайте. Его не существует. Ни материального ущерба, ни пострадавшего. Вы можете выслушать? Ну, так я вам объясняю. Вы законы выучите. Вы можете? Давайте, пожалуйста. Вы законы не знаете. Сейчас пожалуйста. Его на тротуар. Послушайте. Пожалуйста. Я сейчас подъеду. Проходим отсюда. Я вам объясню, что надо законы знать. Законов нет. Послушайте, пожалуйста. Полтора месяца назад было двумя свидетелями написано заявление о ДТП. Кто такие свидетели? В смысле, кто пострадавший был?
Конечно, есть. Кто? Пострадавший. Заявление от него есть? Есть. Где? Покажите. Полиции. Покажите мне заявление от пострадавшего. Так идите в полицию. Я полиция. Сегодня общаюсь с пострадавшим, это мой товарищ. Он не мог писать заявление. Послушайте, мы вчера были в полиции. Ну? Писали давайте информационный запрос. Давайте вы не будете развивать конфликт. Для а кто развивает? Я человек не знаю, ДТП объясните. Сейчас приедет уже полиция, ничего как бы здесь. Мы за ДТП, ну, ДТП сейчас, нет. Да. Это уже ни к чему. Есть? Факт, есть нарушение. То, что вы говорите, он говорит 72 года, инвалид. По сути, да, я понимаю, ваше, но это не дает. Возмущение не ваше, сейчас ничему не приведу. Нет, да и мне просто этот Саша интересен. Я хочу Сашу лично этого увидеть, я его на кол посажу, блин. Подонка. Чем он преследует пенсионера? В смысле преследует? Ну. Потому что на Маяковского, на бульваре, он едет, тот вылазит из окна и орет. Что, у тебя права не отобрали, ты кто такой? И все хорошо, остальное. Какое? У человека чуть крест не произошел сердечный. Какого? Я его лично нахрен на кол посажу, козла. Какого? Вот какого? Сейчас при полиции говорю. Какого права человек имеет отбирать телефон? Сегодня он на меня напал, забрал телефон, выхватил руку и ударил меня. Но это зафиксировано у полиции, у меня. Да, ударил. Ну, подожди, ну, телесный, да есть ну, телесный? Да ну, нет. Ну, ударил, толкнул или ударил? Толкнул. Ну, так это же две разные вещи. Отбирать телефон. Это расценивается как нападение, а правильно? А снимать это не расценивается? Нет, как частный. Ты репортер? Нет. А какого хрена ты снимаешь человека? Ты не имеешь права вообще никакого. Не крутись, пожалуйста. Ну извини, нервничаю. А теперь послушать. Не надо нервничать. Послушайте. На сегодняшний день по законам Украины разрешено снимать. Ты репортер? Только репортером. Ты кто? Ты был в военкомате? Да. Был? Да. Пригоден? Конечно. А что ты тут? Военный билет показать? А что тут? Военный билет показать? Покажи. А что ты? Ну, покажи. Давайте за себя решать. За меня вопрос решен. Вопрос решен, я уже был там. Ну, все так, вопросы в чем проблема? Ко мне какие претензии? Был там? Был там. Там был? Именно там? Нет, именно. Ну, не совсем там. Ну, как не совсем там? Именно там был? Ну, нет. За родину стоял? Потом поговорим. Ну, при чем тут говорим? Ну, если ну, хочешь был? Пообщаться, ну, это к делу отношения. Ну, я там был. С автомобилем, смарт, ДНЗ, аэропорт. Спасибо большое. Здесь зупинку с порушением ПДР для здійснення купівлі продуктових товарів. Правильно? На критому ринку. Це є ваше пояснення. Свою вину ви у порушенні визнаєте. Правильно? Так. Все. Смотрите, вам нужно написати з моїх слів на постанові. Мадам. Ответьте, пожалуйста, а когда права вернут? После суда. Да. На Женеке здесь? Да. Или если в течение по месту жительства? Да, если в течение трех месяцев не вернут, тогда уйдите просто забирайте свои права. Но если не будет постановления суда, в течение трех месяцев. Если какой может быть, если этот, если потерпевший не писал заявление? Пару недель. Ну, значит, суд это и решит. Это суд постановит. Не в нашей категории. Вы не показал военный билет? Да не надо мне военный билет, это мне. В каком районе уже? А какая разница? Да надо сказать. Ну еще с тобой встретимся. Давай, там... ты хотя бы не угрожай. А я не угрожаю, говорю, мы встретимся в этом в военкомате, будем снимать друг друга. Я тоже. Хорошо. Все, я. Смотрите, на нем забрали у него конфисковое, точнее, конфисковали, говорю, забрали у него право, дали временный талон, вынесли протокол по 124-й и 100... части да, первой. Не было. Да, и будет вынесено еще одно постановление, ну, это 122-я часть первая. За порушення конкретного права дорожнього руху. Здійснив зупинку під знаком 5.35 вже кілометрів. Хорошо, спасибо большое за ваше. Все, вам дуже спасибо. Ну, такі, блін, міжлічностні. Понятно, що ви реагуєте, молодці. Ні, ну, спасибо.